Вот вы тут правильно говорите по поводу того, что мы там у них снаряды все кончаются, кончаются, никак не кончится. Вот 27 числа было 120 лет, как война с Японией началась, да? И вот там же то же самое, во всех плакаты, там карикатуры, газеты бульварные, везде говорят, все-все, Япония сейчас заканчивается, у них там ничего нет. И даже карикатуры там были, штурм портмоне, там не порт Артура, а портмоне, там их, где они там типа ходят по миру и собирают деньги. Закончилось это для России не очень хорошо. Вот мы тоже в этой иллюзии впадать не надо. Нам историю надо эту помнить. И это очень важно для нас. Вот, соответственно, у них пока хватает. Да, может, меньше, может, не так. Но сказать, что мы там уже под Киевом, пока что нет возможности. Соответственно, как-то они справляются с этим делом. И еще раз говорю, все решается, знаете, на поле боя в данном случае. Главная победа на фронте из последнего, что стало известно, совсем небольшой крошечный населенный пункт, там даже не село, не деревня, Табаевка называется. Российская армия освободила, кому интересно, можно почитать в интернете, там до начала спецоперации проживало совсем мало людей, да. То есть даже не тысячами, не сотнями, десятками, 64 человека, это просто... К тому, чтобы объяснить, насколько тяжело идет продвижение и разговоры о том, что на Украине закончилось все оружие, техника, люди, это, конечно, неправда. Да. Вернемся.